can see behind your eyes as I pour. Этим летом у нас вновь студенты с Дальнего Востока, на этот раз с города Благовещенска. Мы работаем над спектаклем «Повелитель мух» по одноименному произведению Уильяма Голдинга. Одно дело, когда ты смотришь танцовщиков в техническом плане, ребята очень богаты по своим возможностям, но нам все-таки интереснее было понять, какие они по темпераменту, темпоритму. И сегодня очень такой насыщенный, даже могу сказать, сложный день, в том плане, что нам необходимо было понять все-таки, в каком ключе они вместе двигаются, как нам поступить с распределением ролей. Провели несколько тренингов, была импровизация, и можно сказать, что выбор был сделан. Мы приступили к работе над первой сценой, и тем самым можно сказать, что начало спектакля положено.